я Алиса. Сегодня мы будем открывать сюрпризы. Сюрпризы. Интересные? Новые? Новые. У меня есть идея. И у меня есть идея. У тебя есть идея? Да. Какая у тебя идея? Новая, красивая. Новая и красивая? Да. Ну, давай попробуем тогда открыть, может быть, что там. Оп! Что это Алиса достала? Ух ты! Сюрприз? Да. А что в этом сюрпризе? А ну-ка, покажи мне его. Все, уже не покажешь. Уже не покажешь, потому что уже не видно, что это за сюрприз. Это сюрпризик Спанч Боб. Ага. Покажи мне сюда сюрприз. Спанч Боб, ну... Почти видно. Вот так повернем его. Вот он выглядывает своими глазками голубыми, да? Голубыми глазками. Разворачивай. Ой, ой, не падай, сюрприз. Укуси яйцо. Вкусное? Вот это да. Вкуснота? Вкусно? Давай его раскроем, достанем оттуда сюрприз. Давай помогу. Вот, разломали. Ты что ты делаешь? Открываешь? А так получится, как ты думаешь? Давай. Помогу тебе его достать. Ого, ничего себе. Да он прирос к своему шоколаду. Вот. Ух ты, что это? Это что? Это лошадка? Да, это лошадка. Лошадка. Это лошадка? Да, это лошадка. Да. Смотри, у нее есть такое колесико. Тебе дать салфеточку? А где же наши салфеточки? Сейчас мы вытрем ручку. Держи, вытирай. Вытирай, я пока помогу собрать тебе лошадку. Вот сюда крепится... Опа! Крепится маленькая лошадка, почему-то едет на лошадке. Очень интересно, почему эта лошадка маленькая едет на большой лошадке? Держись за попку лошадки, возьмись. Вот так, вот так, и вези. Вот, видишь, она скачет, видишь, играется на лошадке на большой. Поехала, все, приехала, пускай едет еще разок. Ух ты, какая! Ну что, Алиса, а может быть следующий сюрпризик? Может у нас там есть еще сюрпризик? Может у нас есть... Есть! Есть? Не заглядывай, так нечестно. Доставай. Что там? Не заглядывай. Нет, 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 не заглядывай. Ой, что-то тянет, Алиса, большое, тянет, потянет, а вытянуть не может. Вау, что это попало? Собака. О, это щенячий патруль нам попался. Алиса. А как, мы его ножничками не откроем, отрывай саму картоночку. Отрывай саму картоночку. Так, открывай. Кто там нам попался? Это кто? Это Рокки. Давай. Вот так. Ой, первая игрушка улетела. Стой, игрушка. Жди. Вот так. Ну что, можно я посмотрю, как оно там прикреплено? Вот так прикреплено. Здесь, наверное, надо сделать как-то... Ох, как его сильно туда запаковали. Ну что, применим... Помочь тебе открыть? Да. Вот, тяни. Ой, чего ты? Чего, чего? Ты вся в шоколаде? Да. Да. Опа. Кто это? Это Рокки, собачка. Привет, Алиса, привет. Как твои дела? Хорошо. Будем с тобой играть?
Василий собака. Вот она, твоя собачка. А пойдем еще посмотрим, что там есть за сюрприз. А я собака. Еще одна, еще хочешь одну собаку? Да. Ну давай посмотрим. Не заглядывай, тяни. Опа! Но дай покажу. Дай покажу, покажи. Там нет, там это непонятно, что там будет. Собака. Думаешь, собака будет? Я думаю, это собака. Ты думаешь, это собака? Раскрывай яичко. Давай, придавливай его. О, это крепкое яйцо. Давай помогу. Ты решила зубами? И как, зубами получится, как ты думаешь? Надо сильнее надгрызть тогда. Сильнее надо надгрызть, иначе оно не вылезет оттуда. Давай помогу. Открывай. Ну вот, что там? Ну что там? Неужели это такой же дружочек, как и он? Такой же? Нет, это слоник. Он просто тоже оранжевый. Он тоже оранжевый, тоже с колесиком. Колесико только что укатилось у нас. Где оно укатилось? Вот, все. Достали колесико. Давай. Прицепим. Это дружок его. Слоник. Давай соберем. Соберем. Разберем. Вот так. Ой, колесико, не уходи. Не уходи. Вот так. Это слоник. Это слоник. Вот такой слоник. Слоник, слоник, слоник. Найди слоник. И там вверху тоже маленький слоник. А ну-ка прокати. Получится? Да, он катается. Смотри, прыгает сверху. Прыгает, прыгает. Давай назад. Оп. Поставим его здесь, рядышком. Вот они, друзья. Ну что, полезем за следующим сюрпризом? Не заглядывать. А-ха-ха, хитрюшка. Что ты там нашла? Еще киндер. Это теперь киндер-сюрприз. А как мы его разламываем? Давай так, раз, напополам. Вот так. Давай я тебя научу. Придавили. Открыли. Хватит, не дави уже. Уже раскрыли. Кто нам там попался? Дружок. Дружок? Да. Черненький дружок? Еще там что-то есть? Ух ты! Да он прямо с рогаткой. Да? И что? Резинка. И что с ним делать? Давай развернем. Это резинка. Да, резинка. Ого! Давай. Это что-нибудь. Но оно не летает, оно просто вот, просто. Здесь рисуют, что нам с тобой нужно натянуть резинку, натянуть вместе с этим чудиком. У него нет никакой под... Ага, вот так она лежит. Вот так она лежит. Натягиваем, натягиваем, натягиваем. И, ну, наверное, запускаем. Ну, как-то не очень удобно такую штуку запускать. Вот так. Не хочет даже. Пиу. Ну, чуть-чуть. Разве что. Вот так. Вот до упора мы поставили. Пальчиком прижали. И отпускаем. Пиу. Ну, немножко что-то подвинулся. Немножко подвинулся. Я уехал. Уехал? Приехал. Держи свое снаряжение, птичка. И вот у него еще есть такие свинки на кеглях нарисованы. Тоже здесь за них дают очки. 15 очков, 20 очков и 30 очков за красную. Вот так поставим. Вот так ставим. А может быть, нам пора посмотреть. Алиса, пойдем посмотрим, что еще ждут нас за сюрпризики. А я лошадка. И лошадка, и слоник, да? Едем. Едем.
А я побегу. Ну, залезай туда рукой, только не подглядывать. Не подглядывать. Давай-ка. Не подглядывать. А ну, носик подними наверх. Ах ты, хитренький человек. О, снова щенячий патруль? Я. Интересно, что там? Еще я. А вот еще я щенячий. Я не ножницы. Ножницы тебе дать? Я. А здесь не взять. Я. Давай я помогу, буду держать. Давай я помогу, буду держать, а ты будешь резать. Вот такой щенячий патруль у нас. Ого, как ты уже уверенно отрезала и быстро. Ну ничего себе. А ну-ка. Там что там? Ой. Ее там лава. Это знаешь, кто попался? Это попался его брат-близнец. Брат-близнец? Брат-близнец. Одинаковые. Посмотрите, вот какой. Рокки. Рокки попался. И я, Рокки. Ап-ап. Ава. А здесь еще что-то есть. Здесь еще что-то есть. Что там есть? Шлем. О, карточки. Покажешь мне карточки? Это гонщик попался, да? Крепыш нам попался. А здесь покажи мне, кто здесь нам попался. Это попался Зума. Сейчас я будем одинучок. Вот они какие наши спасатели. Голограммные картинки попались, да? Они так блестят красиво. Ты видела, как они переливаются на свету? Блестящие. Блестящие. Картинки блестящие. Ну, поставила его красивенько. Все, все ровненько в ряд стоят у Алисы, да? Все в ряд стоят. Алиса, а там есть еще сюрпризы, как ты думаешь? Я знаю. Есть еще сюрпризы в нашем рюкзачке? А ну-ка, опять подглядываешь. Ну все, эта девочка неисправима. Подглядывает и подглядывает. Что же там? Нету? Yeah. Нету ничего? Yeah. А может быть есть в маленьких кармашках? А ну-ка проверяй. Ну-ка, расстегивается. Есть еще. А ну-ка. Давай разламывай его напополам. Половинки разламывай. Будешь его раскрывать так? Ну давай. Как ты серьезно это делаешь? Как серьезно Алиса раскрывает? Друзей пока подниму тебе, помогу. Вот так. Становитесь, друзья, в ряд, так? Раскрыла? Не. А я. И сразу кусать? Ну ты мышонок. Гулял мышонок по лесу, и вдруг съел киндер-сюрприз. Вкусно? О, все в шоколаде. Угу. Держи салфеточку, вытирай ручки. Ой. Держи киндер. Будем открывать? Угу. Угу. Полный рот. Ух ты, что это? Ух ты! Доставай его аккуратненько пальчиками. Ну вот. И зачем? Не лезет никак. Угу. Проглатывай шоколад, не держи его. Давай салфеточку мне. Какой Angry Birds попался! И вот такие карточки попались. А где еще? А где еще? Ну, можно посмотреть. Может быть, знаешь, где еще есть киндер-сюрприз? Может, вот в этом кармане еще есть? Там нету. Давай. А где там синкопета елка? Нет, открывай, что здесь? Ну? Не, вот в этом маленьком.
Открывай, там есть еще один сюрприз? Да. А ну-ка. Давай. Открывай. Давай, 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 старайся. Ну постарайся, пожалуйста. Давай помогу тогда. Давай помогу. Угу. Что же там такое? Ну вот. Пусто? Нет. Там пусто уже. Все. Пустой наш рюкзачок. Открываем еще один сюрприз. И нету больше. Ну зато мы уже так наелись шоколада, правда? Открываем. Это что там? Что там? Не знаю. Ах ты какая! А здесь все. Ты опять его ешь? Вкусно? Угу. Опять. Ты хочешь, чтобы яичко упало и разбилось, да? Да. Держи. Что там за дружочек? Ну что ж такое, все оранжевые нам попались. А, нет, это красный. У него только оранжевая вот лошадка сверху. Эта лошадка красная нам попалась. Сейчас мы его соберем. Угу. Спасибо. Угу. Спасибо. Это Аня, это Алиса. Аня и Алиса дружки такие? Это мама. А это папа. Папа. Это папа. Ляля. Папа и Ляля. Все упали. Все упали? Кроме собачек? Два Рокки нам попалось Бабак. Сегодня. Бабак! А, спасите нас, пожалуйста, мы упали! Мы упали! И это! И это! И это упало! Тоже? Тоже. И это упали тоже. Опа! И там они тусили. Ого! Улыбнись мне. Все? Все упали? В одну большую кучу? Куча мала! Все упали! А сейчас сидят усики, а все видят. Пока-пока, Алиса! Пока-пока! Бай-бай! Бай-бай! Подписывайся на канал! Hello, Алис! Hello, Алис! Всем пока-пока!